эксцентриссимо. Байк – друг брутального плохого парня и магнит для девушек. Любовь их к мотоциклистам необъяснима. Британские ученые пока ее не исследовали, но она существует. Производители мотоциклов и устроители аукционов тоже прекрасно об этом знают и зарабатывают на мужском стремлении завести байк и катать на нем красоток. Самый дорогой мотоцикл стоит 11 миллионов долларов. По крайней мере, столько за него заплатил покупатель на торгах. Это Нейман Маркус. Стоит на самом деле 110 тысяч. Можно 280 тысяч раз на кировском троллейбусе прокатиться. Романтично, каждый день, последнем рейсе, пока смерть не разлучит. Но чего бы не заплатить в 100 раз больше, ведь деньги обычно у всех лишние. К тому же, таких мотоциклов в мире всего 45. Конкурента на дороге можно никогда не встретить. Но все же мечта гонщиков – Харли Дэвидсон, модель в космическом дизайне от художника Джека Армстронга. Талант его временем еще не подтвержден, но американские богачи уверены, что все еще впереди. И не жалеют денег на любые творения Армстронга. К тому же он сказал, что больше расписывать мотоциклы не будет. Поэтому байк еще до аукциона стоит 3 миллиона долларов. И пока его хотя бы в этом никто не обогнал. Эксцентриссимо.